«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Звонок. Шелтаратау. Звонок из полиции. Полиция нан шелтаратау. Звонок из полиции. Полиция нан шелтаратау. Уфимский активист заявил о звонке из полиции из-за видеообращения к Владимиру Путину. Владимир Путинга видеонан мүрежагат иткен өсін, Уфүлі әудіміне полициянан шылтыратау болған. Уфимский активист заявил о звонке из полиции из-за видеообращения к Владимиру Путину. Владимир Путинга видеонан мүрежагат иткен өсін, Уфүлі әудіміне полициянан шылтыратау болған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».